Старший Купер, парк Львовской. Расскажите, в нашем зоопарке произошло прекрасное, замечательное по мне пополнение кошачьих. Это дальневосточный зоопарк. Мама красивейшего вот такого окраса, папа вот такого черного красивейшего окраса. И вот привела она нам потомство с двух маленьких малышей. Вот. Сколько? Нам уже 2,5 недели. Мы уже открыли глазки. Вот. Мы пытаемся уже даже рычать, показывать свой характер. Вот. Растем мы прекрасно. Зубы еще рановато для нас, но лапы и звуки хэканья уже присутствуют. Вот. Сейчас они с мамой живут? В данный момент они в вольере находятся с мамой. Мама прекрасно их обслуживает, в смысле кормит, и все, они набирают хорошо вес. То есть мы очень рады этому, потому что тяжело скармливать леопардов в таких условиях вот зоопарка. Тяжело их выкармливать, очень такое у них этот. Из-за этого у нас прекрасная пара. И, кстати, у нас это мальчик, да. И это девочка. И даже уже узнает. Имена придумали? Вот с именами вот ждем кого-нибудь, кто нам предложит какие-нибудь хорошие имена для малышей. Но это могут быть посетители парка? Могут и посетители парка. Так как они еще пока малы, и они еще находятся в зимнем помещении, больше с матерью. Но я думаю, что через пару недель они уже начнут уверенно выползать с него, показывать свою красоту. И она будет их учить, как находиться и как двигаться в вольере наружно, чтобы получать больше солнца. Как долго они с мамой? С мамой будет до 3, а то и до 4 месяцев. Потому что все самое нужное в молоке и для малышей, она их учит и молоку, и начинает кушать, все учит она сама. Но пока что их не будет кормить никакими средствами? Никакими, все естественно, ее только материнское молоко. Дальше они останутся как снизиться, я говорю, что это лицо отделят? Не знаю, но в данный момент до года, я думаю, мы не будем отделять, так как они должны все набрать. Себе и научиться у матери всему кушать правильно и все. А потом в дальнейшем, скорее всего, мы отделять, так как они братик и сестричка. А вот такое вот потомство появления для парка? Это очень редкое появление малышей дальневосточных, особенно черного малыша. Вот. И мы рады этому пополнению. Особенно. Мы сами не ожидали, что будет 2 малышей. Она всегда приводила нам по одному малышу, а в этот раз нам привела еще и черненького, прекрасного черного дальневосточного леопарда. То есть всегда у них были пикейские? Да, в основном не было черный, это у нас просто исключительно. Просто прекрасного леопарда. А как мама попала к вам? Маму привезли, я не помню, привезли, по-моему, с Ялтинского зоопарка к нам, с молодой. Потом подселили самца ее. Когда она уже стала половозрелой, ну, они жили какое-то время. Потом мы самца отделили, потому что самцы в основном убивают малышей. И чтобы она спокойно доходила свой срок, убивали, она нам привела малыша. Это которая? Которая уже у нее пошла? Третий. Вот это. До этого был мальчик, и тоже здесь находится девочка. А сколько лет? Я не знаю возраст, я точно не знаю. Так как она попалась. Да. Так что вот такие у нас прекрасные малыши. Наша гордость зоопарка. У нас рождаются тигрята, львята, но вот дальневосточные леопарды, они же очень редко рождаются. И очень тяжело. А она сама кормит, радует всему. Просто. Спасибо.